Всем привет! Вы на канале Den Best, и сегодня мы будем мариновать острый перец чили. В общем, для любителей остренького это видео для вас. Понадобится 1 кг перца чили, понадобится 4 листочка лавровых листа, 8 чайных ложечек соли, 3 столовые ложки сахара, штучек 12 горошинок перца черного и штучек 12 перца душистого. 100 мл уксуса 9% и 1 столовая ложка горчицы в зернах. В общем, вот такой вот набор продуктов нам понадобится. Значит, первым делом у перца отрежем вот эти вот хвостики. Ну, зелененькую вот эту вот часть оставим. Ну, вот так. Затем перец проткнем вот так вот вилкой в нескольких местах и в емкость. Можно ножом дырки проделать, кому как удобно. Ну, в общем, вот таким вот образом. Можно вот так вот ножом делать вот такие вот надрезы. И да, друзья, совсем забыл, нам понадобится еще одна головка чеснока. Просто очищаем, и вот такие вот зубочки нам нужны. Перец уложили вот такую вот кастрюльку. Берем далее головку чеснока также сюда и заливаем кипящей водой. И оставляем, накрываем крышкой, оставляем на 2-3 минуты. Прошло 3 минуты. Перелили мы рассол из перца вот в отдельную емкость. Здесь у нас рассола 2 литра. То есть все ингредиенты у нас рассчитываются на 2 литра. Значит, добавляем в рассол соль, сахар, перец душистый, перец горошком и лавровый лист. Перемешаем и ставим на огонь до закипания. Нужно, чтобы он закипел. Ну вот, только закипел наш рассол, добавляем горчицу и добавляем 100 мл уксуса. И даем прокипеть буквально минутку-полторы. Все, огонь мы выключили и дадим нашему рассолу немного остыть. Ну, минут примерно 10-15 пусть постоит. Тем временем хорошо помыл, вот буду ложить вот такие вот литровые банки. Можете ложить в полтора, в двух, кому как удобно. В общем, хорошенечко помыли тару. И будем слаживать уже подготовленный наш перец. Плотненько, хорошенечко в банке. Вот таким вот образом. Если перец у вас сильно длинный, можно разрезать его напополам. После того, как мы обдали его кипятком, он стал мягеньким и хорошенечко, так сказать, ложится в банки. Вот так вот. Перец мы хорошо уложили в банки, вот плотненько, вместе с чесноком. Вот так вот слоями, между слоями положил чеснок. И достал из маринада лавровый лист. И вот по 2 листочка в каждую баночку положил. То есть из килограмма у меня получилось вот 2 литровые банки. Напомню еще раз, маринада у нас была рассчитана также на 2 литра. Далее наполняем маринадом банки. Теперь аккуратненько наполняем банки рассолом. Рассол мешайте, чтобы все ингредиенты, горчица, перец, горошком, все попало в баночку.
наполняем полностью до верха. Все, банки наполнены. Рассол у нас, который остался, я вылил. Ну а горчица, зерна и горошек, перец я распределил равномерно по баночкам. Далее накрываем капроновой крышкой. Немного перемешаем. Вот так вот. И отправляем в холодное место. Я поставлю в холодильник. Конечно же, дождемся, чтобы банки полностью остыли. Будут стоять они в холодильнике у меня неделю. Примерно через недельку их перец уже можно кушать. Естественно, можно и оставлять на дольше. То есть, чем дольше постоять, тем он будет вкуснее. Ну, в принципе, можно через дней 5 уже его кушать. В общем, на этом все у нас, друзья. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Пишите комментарии ваши. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наших новых видео. В общем, на этом все у нас, друзья. До новых встреч. Пока.